Я за зэпом. Сейчас настроим тут немножечко каналечек, чтобы я мог видеть чатики. Угу. Вроде все запустил, должно все работать. То ли я не на тот канал это делаю, да не, вроде на тот, откуда нужно брал ссылку. Так, не. И у меня исчезла игра, да? Надо перезайти, наверное. Так, ну вроде задержек я никаких не выставлял. Оп, появилось, что я в эфире. А если я попробую это все сделать через компьютер запустить? Так. Ну отлично, вроде все работает, чатик работает. Так, меня только интересует вопрос. Угу. Ладно. Ну чё, погнали. К соло, наверное. Для разминочки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на канал YouTube, там, наверное, будет запись. Почему, наверное, там точно будет запись этого видео, этой катки. Так, мне вот интересно, почему я... Так... Угу... Сейчас чекну чатик, как он работает. Ну, вроде все работает нормально, не лагает. Ничего. Hello! Yo, where are you dropping? Fucking wanker! Не могу я больше это слушать. Почему нельзя отключить вот чат, допустим, чтобы он... Я никого не слышал, когда я, допустим, в самолете, но, допустим, когда я вот я уже прыгаю, да, чтобы я мог слышать чьи-то диалоги, то есть тоже такая вот полезная функция, если это хорошо, когда играешь вдвоем, допустим, с кем-то.
Оп, услышал там, что-то кто-то с ним-то переговаривается, это уже классическая информация, вместо всего этого пиздеца, которого приходится иногда выслушивать, когда ты, короче, только начинаешь игру. Так, ну со мной тут вроде никого нет. А, давай сюда. Это. Лучше уже так. Тоже давай. Ты вроде каску подбирал. Не, не подбирал. Блин, ты тоже идут сюда. Дробовик нужен нам? Пускай будет. Так. Ну что-то из этого явно нам не нужно. Может, дробовик оставим тут? Нафиг он нужен. Или тарелку возьму. Уже не лезешь. Так, у нас ты калибок тогда здесь остается. Мне портфель бы какой-нибудь еще найти. Вот было бы вообще. О! Вот это то, что я точно с собой возьму. Так, 7.62 идет, гуляет. Опа, вот и портфель. Еще бинтески. О! Слушайте, на меня везет. Уже лучше так. Броник. Присмотрел, присмотри, подожди, что это? А, не. Не, ну можно, конечно, взять. Я не хотел уже писал. Ну, еще сюда забегу. Так, коллиматор. Коллиматор-то я удачно нашел. Либо еще один. Так, рюкзак второго у меня есть. Он себя уже никуда не налепишь. А куда нам сдвигаться нам? Мансиньон. Ну чё, давайте, я не знаю. Может, конечно, вообще куда-нибудь туда. Взять дачу и поехать. Это шумовая тоже неплохо. Не туда. А ты серьезно? Управление. Тут ничего, метку поставил. В принципе, можно выезжать. Хотя место вроде хлебное, можно было кого-нибудь подождать кого-нибудь на этом месте. Так, бусты, перчаточки, коллиматор. Я думал, мне пора завязывать с 9-миллиметровым. Так.
двери открыты, значит уже либо лутались, либо кто-то там засел. Это мне показалось? Угу. Дверь открыта. Ладно, последнее, да? Что говорится. Меня очень смущает вот это здание. И такое чувство, что там кто-то есть. Ну да, кто-то там затемпедрыщился, короче. А я ее возьму. Обычно, если кто-то кого-то выжидает, так выжидает на втором этаже. Осторожно. Интересно, ладно. Чё, другие здания не залутал, вообще непонятно мне. Так, цевьё. Ну всё. Залутались, в принципе. Тут больше ничего не интересует. Ну что, двигаем дальше куда-нибудь? Сюда, что ли? Машину бросаем, наверное. Она нужна сейчас. О, я уже хотел уходить. Или подождем кого-нибудь интересного. Нет, надо идти, надо лутаться. Так, двери открыты. Кто-то был здесь или есть? Это называется в поисках приключений на задницу.
Ну, вроде чисто. Ладно, чё там валялось? Омега Сити. Не. Вот это уже становится интересно. Надеюсь, мою дачу не спиздят. Хотя у него, в принципе, у самого машина есть, что ему. Так, это уже, судя по звуку, Бадди. Но Бадди проехала мимо. Так, ну кто-то здесь ходит. Блин, мне машина, наверное, сдала. Сейчас же кто-то тут затемпелит, короче, не будет вообще выпускать меня. Или валить отсюда по-хорошему. Если бы он еще топал бы. Так. Наверное, туда сместиться. Я не знаю. Или в рожок, в большой город куда-нибудь. Воевать, попробовать. Там-то народу достаточно. Ладно, пока подождем здесь. Я пока войду в свою учетку через телефон, чтобы контролить чат. Мало ли там кто-то что-нибудь написал интересное. Не знаю. Не сидит, не топает никто. Так, я сейчас что-то поднимал голову, что-то промелькнуло, по-моему, или это мне показалось. Ладно, это могу узнать, наверное, только на записи. Оп. Пушку не стоит ворочить, я забыл гальт. Так. Ну все, теперь я контролю чат. Все, ладно, надо выдвигать, наверное, отсюда. Веточку я, в принципе, поставил. Давайте бегом. Да, не тянет эта машина в горку. Даже шифтом. Бензина, блин, не то чтобы очень много. Видно. Я думаю, может, на подъездах к городу мне от машины избавиться. Или спрятать ее куда-нибудь и поставить метку на нее. Фиг с тобой, золотая рыбка. Так, ну здесь, кстати, в принципе, мост. Тут можно неплохо законтролить.
кому-то бибикает. Странно, что это место еще не облюбовали. Но если патроны есть, то значит, ну, скорее всего, здесь, скорее всего, никого не было. Еще один секрет, папка. Так, прицел 2x. Блин, ну вообще я бы его взял, но. Ладно, да, порежу. Или 4x. Давайте 4x возьмем уже тогда. И что это я выложил? Это 2x. 4. Куда же ты пойдешь? У меня не самая лучшая зона. Я хочу вот эту башню. Смотровую. А зачем здесь? Еще магазин ПП, давай. Видите эту наглость? Как-то он не сдох. Собака. Ой-ой-ой, я тут на открытой местности. Надо мне найти вот домик двухэтажный. А, там чувак залитый, он в принципе... Так, дверь. Скорее всего, здесь кто-то темперит. Да ладно. Ну теперь мы здесь. Там магазин быстрого доступа классно, да? Перемолотого. Мне это не надо. Ну, да, здесь ничего нету обычно. Ой-ой-ой, а мы-то за кругом. Что-то я этот момент упустил. Вот я, блин, слепой. Валим мы отсюда срочно. Слава богу, хоть скилл есть.
Не знаю, нужно занять, наверное. Местность неплохая, возвышенность. Собака, а? Эх. Не, ну стоило предположить, что здесь кто-то есть. Я слышал его. Накидала по нему вроде не по-детски. Не стоит, может, так зажимать. Не, наверное, на этот скарб надо ставить мне все-таки этот красный коллиматор. Потому что, ну, блин, ну неудобно мне отводим. Может, тогда бы я его замочил бы. По ему в голову, может, натерился. Ну что, неплохая попытка вроде, на 128, да, я никого не убил, блин, жалко. Ну что, надо еще попытку. Ну что, в первый раз, что ли, все получается? Нифига. Надо пытаться. Так, ну давайте еще раз, может, соло, дуо. Ну, обычно попадаются не очень адекватные тиммейты, я так скажу. Дуо. Про это, про спаты вообще молчу, там такие уже попадаются, извините меня. Так что лучше это делать все дело в одиночку. Сейчас пытаюсь посмотреть, что у меня со стримом. Потому что что-то не то. Сейчас вернусь на компе, гляну. Да не, вроде все нормально. Потери кадров. Так. Вроде нету потери кадров. Ровно и плавно идет. Да, все четенько. Это мы откуда летим? Ага. Отсюда. Ну чё, нам, наверное, нужен экшон, да? Масиньон. О, можно на школу, может, прыгнуть. Давайте на школу. Там обычно на году много бывает. Всё, прыгаем. Главное поскорее залутаться. Так, не вижу ему парашютов, так один. Один со мной. Че, серьезно, только один? А, так, ну давайте куда-нибудь на крышу. Чуть за хрень улетел. Че, у нас тут ни хрена нету? Он съебался.
Нужно брать его, пока он не нашел нормальный ствол. Где он бегает? Он в зале бегает. У нас еще гости. И что, ты предлагаешь разминуться мне с тобой, да? Я думаю, этот нашел ствол себе явно. У меня-то хороший ствол тоже. Броник второй, жалко этого. Шлемака нету. Его не слышно, значит он где-то зашухерился. Искать мне его это... Ну, не очень, скажем так. Да, надо съебывать. Какой смысл мне, блин, выуживать кемпера, который засядет за углом с камеры третьего лица, и все, и пиздец, так где будет? Ну, шлемак, бустик. Нафиг я это взял, непонятно. Рискую я, так ну по. Туалетная граната. Еще одна туалетная граната. Так, тоже давай сюда. Ладно, что у нас по зоне? По зоне. Починки что ли идти туда? Наверное, да. Наверное, надо. Возьму только еще бинт. О, вот это бонус. Это тоже бонус. Сейчас съебываю отсюда. Пуль мне хватит, прицела жалко нету. Ага, я его видел. Надеюсь, ему хиниться нечем. Вот слышу, уже где-то здесь шарится.
Ладно, сейчас возьму, сделаю вот так. Вот так. Все, пойдем решать его. Если он счет туда не свалил. А он не свалил. Он тут. Я его прекрасно слышу. Минус. Даже не попал по мне. А, так. Коллиматор давай сюда. Прицел 4Х. А, себе оставь. Сюда давай. Сюда, сюда. Чего, раскладывать некуда, бля. Не, вроде проехал мимо, ладно. Лутаем дальше. Не, мне гранат, наверное, столько не надо. Чтобы у меня рюкзак помощнее. Ну что, в принципе, все. А, не, подожди, это сюда не повесил. Угу. Не, голографически я не очень люблю. А, мы ж можем перезарядиться еще, точно. Так, кто-то тачку спиздил. Бать, 459 патронов. Куда мне столько? Угу. А, ну смотри, в починках весь разбог-то. Вся разбог-то везет полетов. Сваливать отсюда. А, где у меня прицел? Прицел? Там лишь на калаше прицел. Наверное, если снайперить уже, если так по логике, то лучше вот так вот сделать. А, у меня вообще туда. Ну прекрасно. Ты чё, намек, чтобы я возвращался в школу? Сидел, темперил? Я ж, блин, не добегу. Меня что-то разбомбит сейчас. Не, хотя ладно. В принципе, добегаю еще. Опа. Да что у меня сегодня с точностью? Ой, мне надо уебывать. Или он в отпеску мне стрелял. А, сейчас обстрел начнется. А, это было рядом. Фух, засейвились. Сейчас будет место. Не хватает все еще. Фига себе, вы дерзкие. Куда ж у меня столько бустов? У меня ж передозировки. Накачулись. Так. Есть такая, конечно, возможность здесь. Нужно занимать здание двухэтажное желать. Так. Это уже интересно. Не, 7,62 я уже не буду брать. Фига, у меня патронов хоть. Хоть шопой жуй. Чё-чё? А, магазин быстрого доступа давай сюда.
странно. Это кто-то, походу, выпрыгивал через окно. Не знаю. Не, наверное, не буду. Слушай, дружище, ты уже, наверное, там на месте, да? Так, а мне-то двигать надо? Двигать быстро? Машинок-то там нету. Что двигать придется бегом. И желательно, я думаю, не через зону обстрела. Все, так, меняем градус. Не, все, надо бежать уже, никуда не сворачивать. Потому что чистым полем бежать это не очень хорошая идея. Какой-то там ящик лежал чей-то. Я думаю, уже все самое ценное забрали. Либо этот господин еще в здании сидит. Хотя что ему там сидеть, блин, уже время. Ну, двигаться надо самому. Какие уж ты матрешки, а? Вы серьезно, блин? Че, на прорыв? Оп. Это нечаянно. Ну, ладно, будь что будет. Если чё, блин, это не моя вина. У меня выбора не было, блин. Либо остаться под кругом, который бы меня пиздил бы и пиздил бы не слабо. Да какого чёрта, блин, я так в центре круга оказался. Или бежать в здание и отсиживаться там, ну... Я не считаю это справедливым. А, пиздец, я рисковый. УАЗик. Тут мне бы поосторожнее быть. Я бы, наверное, даже предпочел бы... Блин. Чё, серьезно, опять зона обстрела, мне в здание бежать? Почему-то у меня такое чувство, что именно в этом доме кто-то есть.
Ой-ё. А знаешь что, приятель? Всего хорошего. Он там смех устрелялся, а я у него машину спиздил. Но сейчас явно какой-нибудь спидер будет контролить мост с одной стороны и с другой. Конечно же, может, мне стоило забить? Попробовать переплыть это место. Ну, как говорится, это не путь джедая. И передо мной один чувак, значит, по нему откроет огонь первыми. В принципе, в такой зоне уже машина вообще, в принципе, не нужна, и я избавился от колеса. И, наверное, мне тут нужен прицел 4Х, как бы я его сильно ненавидел. Не знаю, может, у меня грудь не из того места растут, может, еще что. Мне что-то реально сложно с него попадать. Вот прицел 8Х это да. А кок да. Ну, коллиматор тоже туда уже не шло. Ну, блин, ну нет, это говно. Ну, прицел 2Х тоже неплохо, кстати. Возможно, это мое мнение чисто. Так, нет, что-то я сильно слишком. Наверное, надо... бустануться. Не, наверное... Ну, блин. Я рано, наверное, это сделал. У меня еще два буста есть. Да, я это слишком рано сделал. И нет такое место, которое было бы с кустом, блин. Потому что дерево это хорошо, можно спрятаться, но... Ну, камушек. У него травы мало что-то. И оно обстреливается. Ну, в принципе, если туда полить, потом домики. Еще куда? Блин. Ладно, чё попёрли. Я думаю, еще можно бегом. Ага, как-то мне лучше перебраться. Наверное, через ту сторону, да? Блять! Ах ты залупа! Но он пытался. Блять, а времени-то? Время уходит. Там смотреть, может, у тебя аптечка есть, дорогой. Ну ебай. Откуда хоть? Хоть свистните. Сзади!
Ну, двоих, 250 очков тоже неплохо, да? Сложно здесь все-таки дойти до топ-1. Конечно же, один раз я дошел, но это был всего один раз. К сожалению, этот момент не записал. У него же ни хрена нету. Ладно, все, выходим в лобби. Я думаю, это был тестовый стрим. Надо возрождать канал. Если вам нравится пупк, ставьте лайки обязательно, подписывайтесь на канал. Вот. Все. Будем стримить иногда, может, на Твиче. Все, всем пока.